Коса считается одной из самых древнейших причесок за всю историю человечества и во все времена являлась главным атрибутом русской красавицы. Конкурс был посвящен 250-летию прибытия первых переселенцев-староверов в Бурятию. Отсюда и дефиле в семейских сарафанах, расписных валенках и народные песни и танцы. Девушки старались показать себя во всей красе. Заявок было, наверное, 40, что ли. Потом на первом этапе еще по фотографиям. Не то, что мы отказывали, но просто сами девушки некоторые как бы поняли, что не просто прийти волосами покрасоваться, а что нужно будет заниматься танцем, пением. И у нас дошло до финала 14 человек. Настоящие, не крашеные. Длина? 22. Несмотря на то, что все красавицы были достойны звания русской красы длинной косы, победительницей стала Анастасия Мейер из села Тарбагатай. Она получила не только корону, но и денежный приз от депутатов Народного Хурала Владимира Павлова и Анатолия Кушнарева. Все участницы также получили призы и были удостоены звания в различных номинациях.